жил богослов. Любил сидеть он в кресле. Но вот беда. Одна из четырех опор на сантиметров 5 была короче 3 остальных. И богослов подпер тогда свое седалище той книгой, что Библией зовется, говоря: «Теперь фундамент прочный у меня». И в этот раз на Библию оперся я не зря. Что, богословы, странная картина? Быть может, скажете, как может быть такое? Но разве эта басня не про вас? Так делали вы раньше и сейчас на Библии свое небожье строй.